Сшитые вместе, они же подушки. Миньоны Неверборн. Стичи очень любопытные представители миньонов фракции Неверборн. Опасные в первую очередь для самих себя. Способности подушек могут нанести огромный урон моделям противника. А еще это необычные способы защиты и азартные игры с оппонентом. Да, у вас будет игра в игре. Азартная. В отличие от большинства моделей Неверборн, которые в первую очередь отличаются высокой скоростью перемещения и зубодробительными рукопашными атаками, стичи являются прекрасной стрелковой поддержкой на средних дистанциях. Они имеют кейворды Nightmare, Puppet и Darknet, поэтому подушки – частые гости в бандах Дримера, Колоди, Джейкоба Линча. Хотя и остальным мастерам они не прочь предложить свою огневую поддержку. Сочетаются с Пандорой из-за их дуэлей по воле. Зараида может помочь с их небольшой скоростью перемещения с помощью способности Obey. Так что стичи – одни из самых полезных миньонов в каждой банде Неверборн. Главный минус у этих ребят – отсутствие мобильности. Четвертый волк, шестой чардж – это не быстро. У них нет никаких приемчиков типа Nimble или подобных для компенсации этой проблемы. Так еще и дистанционные атаки у них всего лишь на 6 дюймов. Так в чем же дело? Дело в том, что у Neverborn есть различные способы повысить мобильность. Lure от Baby Kate, Beconers и Lilithu. Телепортация Lilith, Playthings Aura на дополнительный дюйм перемещений от Паучихи. Поэтому хоть какое-то дополнительное перемещение мы можем им обеспечить. Вооружены подушечки опасными на вид крюками. Мили всего лишь 5. Поэтому вы будете это использовать только для Disengaging Strikes. Gamble Your Life – вот как стичи наносят свой основной урон. Шестой каст против воли цели, и лучше бы, чтобы он попал. Это не шутинг-атака, поэтому вы можете спокойно кастовать это в рукопашную схватку. Урон огромный – 3, 4, 7. Флип на урон всегда чистый, и его нельзя читить независимо ни от чего. За такие способности надо платить. Если вы не попали, то этот урон приходит в саму подушку. Урон читить нельзя никак, а вот попадание можно. Поэтому вы захотите повысить себе шансы попасть хотя бы фокусом. Даже если стич получил урон от своей же способности, не унывайте. Hard to Kill и Eternal Nightmare – способности, которые не дают их так просто сходу убить. И Reactivate, если осталось всего одна вунда. Просто подлечите или подлатайте их поскорее, и все станет снова нормально. Другая атака – это Game of Chance. Бьет по самому важному – картам на руке. Это пятый каст со вшитыми масками против воли цели. Победитель дуэли берет две карты в руку и одну сбрасывает. Если же выпадает триггер на перьях, то оппонент должен сбросить карту с руки, если вы победили. Или взять карту, если вы проиграли. Отличная способность, позволяющая подготовить свою руку к более важным моментам игры, где вам нужны подходящие значения карт и мастей. Подушки не отличаются высокими статами. Защита 5, воля 4 и всего 7 вунд. Но, как и сказано ранее, безумная выживаемость достигается способностями Hard to Kill и Eternal Nightmare. Содержимое этих подушек, гниющие части тел и при получении урона на перьях, все в 2-дюймовом радиусе от них получают 2 урона. Эдакая подушка-бомба. Другая способность – Creeping Fog. Это полезная нулевка, которая дает 4-дюймовую ауру тумана с софт-кавером высотой в 3 и может блокировать линию видимости. Нельзя сказать, что их невозможно убить, но придется очень постараться для этого. Активироваться подушкам лучше в начале вашей цепочки активаций, так как дальнейшие возможности реактивейт или же туман могут создать очень много проблем для банды оппонента. С какими же мастерами действительно хорошо сочетаются способности стичей? Начнем с Дримера. Его Daydreams могут пушить подушки на 4 дюйма в любом направлении, что решает одну из их проблем. Способность Empty Night может как дать фаст подушкам, так и полечить их, когда это бывает крайне необходимо.
Также подушки могут натягать очень много нужных и полезных карт для дальнейших суммонов. Ах да, Дример же может призвать и сами подушки, когда того пожелает. Колоди прекрасно работает с Puppets, разгоняя их просто до невообразимо мобильной и страшной угрозы. Может использовать способность My Will, принуждая подушку на выполнение действия, да еще и с плюс флипом. Wicked Dolls лечат их и дают плюс флипы. Василиса вообще будто создана для поддержки подушек. Как же с ними бороться? Вам надо брать в расчет, что подушки пойдут к вам вперед на дистанцию стрельбы и будут готовы нанести очень много урона вашей банде и вашей руке. Поэтому это те модели, на которые стоит сконцентрировать основную вашу огневую мощь. Причем дважды, ведь Hard to Kill не дает их так просто убить.